Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Как у вас настроение? Обязательно поделитесь в комментариях. Сегодня я нахожусь в районе Давултепе. И очень часто я от вас слышу такие вопросы по поводу вторичного рынка недвижимости. Сегодня хочу вам продемонстрировать квартиру 160 квадратных метров, это 3+1, с отдельной кухней, проведен газ, установлен комби-котел, отдельный зал и плюс еще 3 комнаты, 2 балкона, поэтому квартира очень-очень хорошая, единственный ее минус это то, что это вторичное жилье. Ну, как бы сделать ремонт и, честно говоря, можно жить и вообще супер. Сразу говорю цену, цена 930 тысяч лир. Начинаем обзор. Показываю вам, как обычно, вход в квартиру. Здесь у нас при входе сразу санузел вот такой вот гостевой. Далее по коридору у нас отдельная кухня. Кухня достаточно большая. Обеденная группа сюда встанет. Видите? Здесь вот такое вот зеркало. Так, тут у нас сразу установлен уже комби-котел прошлыми хозяевами. Так. Затем проходим мы в следующую комнату. Вот, это первая спальня. За фото, за дополнительной информацией обращайтесь в WhatsApp, дорогие друзья, либо же канал Telegram, либо же в Instagram. Немножечко покажу территорию комплекса. Такой вот бассейн, небольшая зеленая территория. Также есть парковка. Так, это у нас была первая спальня. Затем мы проходим такой тут загашничек. И здесь у нас ванная комната, душевая кабина. Ванная комната хороших размеров. Так как хозяева уехали, естественно, электрики здесь нет, все поотключали. Счетчики. Получается, на турецком уже мыслю, хочу сказать, на турецком, короче, счетчики уже не на их имя, да, поэтому, естественно, электрики нет. Квартира в ожидании нового хозяина. Здесь у нас еще одна спальня. Далее проходим в родительскую спальню. Она вообще очень хороших размеров. Замечательная квадратура. Это квартира именно для тех, кто не любит новые квартиры, потому что, как правило, новые квартиры маленьких размеров, ну, как бы нестандартных размеров, как бы по идее все должно вмещаться, и шкаф, и кровать, но иногда мы с вами, да, как бы знаем правду, то, что иногда не вмещается то одна тумбочка, то шкаф, то... Короче, и вот такой вот огромный балкон. Я бы здесь вот поубирала полностью вот эти вот, да, как жалюзи, или как это называется, и полностью застеклила бы этот балкон и оставила бы обзор на прекрасную природу. Посмотрите, какой обзор и как поют птицы. Потрясающе, мне кажется. Вот, кстати, сразу парковка и детская площадка. Проходим, друзья, в зал. Возвращаемся в начало квартиры. И здесь у нас вот такой вот зал. Зал хороших размеров, то есть поместится здесь и обеденная группа, если кто хочет, да, там поставить стол со стульями, также поставятся здесь и диваны с креслами, и телевизор, и все, что вы хотите, все тут поставится. Так, теперь выходим на балкон.
Балкон также очень хороших размеров. Отсюда также открывается шикарный вид на природу, на горы. Сейчас полностью показываю территорию комплекса. Получается, сите состоит из двух блоков. И отсюда покажу вам также зал. Батареи уже установлены в квартире. Газ активный. 930 тысяч лир, моя хорошая. Всем пока.